Друзья, всем привет! Вы на канале Все о смартфонах. Сегодня мне прилетело обновление на мой S21 Ultra One UI 3.1.1. Проверяйте ваши смартфоны, на ваши смартфоны тоже, скорее всего, прилетело это обновление. Обновление небольшое, на самом деле около 1000 мегабайт, но в нем есть очень интересное обновление, с которым я вас сегодня познакомлю. Слева от меня вы видите A30s, то есть даже на него прилетело обновление, поэтому скорее идите и проверяйте, есть ли обновление на ваш смартфон. Заходим сюда и нажимаем «Проверка». У меня последняя версия, а у вас, скорее всего, будет здесь обновление. Итак, давайте покажу, что изменится после того, как вы обновите ваш смартфон. Итак, изменений буквально 5, но, как я уже сказал, они очень полезны. Ну что ж, давайте начнем. Начинаем мы со шторки, потому что новые изменения почти все находятся в шторке. Первые изменения, которые мне очень понравились, это скорость обработки. Эта функция была и раньше на многих смартфонах, но сейчас, если вы нажмете и будете держать, то появится вот такое вот меню. То есть эта функция ускоряет работу нашего смартфона. Раньше она просто могла включиться и выключиться. А здесь у нас есть выбор, какую скорость обработки мы хотим выбрать. Оптимальную, высокую или вообще максимальную. То есть если вам нужна максимальная производительность, выбираете максимальное, и после этого ваш смартфон будет работать как пушка-ракета вообще. Друзья, идем дальше. Следующее обновление — это режим сна. Такого раньше не было. Чтобы добавить, нажимаем на плюсик. Вот здесь вот будет режим сна. Перетаскиваем вниз. Итак, перед тем, как лечь спать, мы нажимаем на режим сна. Телефон становится черно-белым. Сразу же выключаются все уведомления, смотрите, включен режим сна, включен режим не беспокоить, то есть никто вас не сможет побеспокоить, ни будильник, ни звонки, ни смски там и так далее. Тоже очень крутое нововведение, а мы с вами идем дальше, не будем зацикливаться, выключаем. Следующее изменение, которое, возможно, вы заметите, но нигде оно не отражается, это то, как плавно и быстрее начала работать система сама. То есть она очень быстро работает. Ну, такие уже изменения вы уже заметите, когда будете уже сами пользоваться телефоном. Ну что ж, идем дальше. Следующее нововведение — это то, что ускорилось включение Bluetooth. То есть мы нажимаем на включение, смотрите, моментально выскакивает вот это вот окошечко. Ранее оно включалось дольше, чем сейчас. Такое вот тоже небольшое изменение. Следующее изменение, мы идем в часы. В часах у нас новый цвет появился. Можете зайти, если вы еще не обновляли, зайдите в себе в телефон, в будильник, посмотрите, какого цвета у вас здесь все будет. Далее идем в мировое время, и здесь у нас еще появились секунды. То есть раньше секунд здесь тоже не было. Ну вот, собственно, и все. Вот так вот я быстро и коротко рассказал о нововведениях, которые вы получите с новым обновлением, которое весит почти 1000 мегабайт. One UI 3.1.1. Ну что ж, всем спасибо. Подписывайтесь на канал, следите за новыми видосами. Пока.